В Волгограде не так много предприятий, которые могут гордиться более чем вековой историей. Среди них знакомая с детства каждому волгоградцу кондитерская фабрика «Народное предприятие «Конфил». Сердце сладко замирает от приятных детских воспоминаний. Шоколад, карамель, конфеты, зефир и мармелад. Все, что радовало нас в детстве, продолжает радовать и по сей день не только нас, но и наших детей. С неизменно высоким качеством, отличным вкусом и в яркой, красочной упаковке. История предприятия началась более 125 лет назад, когда в 1887 году царицынский купец Василий Федорович Лапшин основал кондитерское и пряничное заведение «Лапшин и Ко» под вывеской «Карамель, Монпансье и печенье фабрики Лапшина». Все работы на ней выполнялись вручную, а численность рабочих составляла 74 человека. Продукция находила свой сбыт в регионах Нижнего Поволжья и Дона, а также закупалась государственными объединениями, среднеазиатскими эмиратами, коканскими и бухарскими, княжествами Закавказья. С 1917 по 1925 годы производство лапшина было национализировано и переименовано в Царицынский рабочий кооператив пищевиков, а в 1924 году фабрике присвоено имя Владимира Ильича Ленина. Испытанием для коллектива предприятия стала Великая Отечественная война. Технология производства ускоренными темпами была перестроена для выпуска продукции, необходимой фронту и армии. Вместо выпечки пряников стали выпускать галеты. Вместо конфет – концентраты. Был период, когда ожесточенные бои в городе Сталинграде на несколько месяцев прерывали труд коллектива кондитеров. А после окончания Сталинградской битвы Сталинградская кондитерская фабрика имени Владимира Ильича Ленина была почти полностью разрушена. В апреле 1944 года приказом номер 19 Наркома пищевой промышленности РСФСР принято решение о восстановлении Сталинградской кондитерской фабрики имени Владимира Ильича Ленина. Первое серьезное техническое оснащение и реконструкция были предприняты в начале 50-х годов. И уже к 1955 году был достигнут довоенный уровень производства кондитерских изделий. 29 декабря 1992 года кондитерская фабрика имени Владимира Ильича Ленина стала акционерным обществом открытого типа «Фирма Конфил». А 22 февраля 1999 года акционерное общество открытого типа «Фирма Конфил» было переименовано в закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие Конфил». За годы своего развития «Народное предприятие Конфил» превратилось в высокомеханизированное предприятие, специализирующееся на производстве различных групп кондитерских изделий – карамели, конфет, мармелада, зефира, шоколада и вафель. История успешного развития народного предприятия «Конфил» – это вклад многих поколений кондитеров, которые смогли создать, пронести по жизни и передать по наследству следующим поколениям традиции, мастерство, преданное отношение к своей профессии, коллективу, предприятию. В истории предприятия было немало сложных этапов – годы Великой Отечественной войны, периоды экономических кризисов, передела собственности, попыток рейдерских захватов. Однако «Конфил», благодаря сплоченности своего коллектива, смог не только выстоять, но преобразоваться и стать современным предприятием, специализирующимся на производстве широкого ассортимента сахаристых кондитерских изделий. На сегодняшний день «Конфил» – это современное, высокотехнологичное предприятие, продукция которого с успехом реализуется более чем в 30 регионах России, а также в 5 странах ближнего и дальнего зарубежья. Производственные мощности позволяют выпускать свыше 17,5 тысяч тонн продукции при ассортименте более 300 наименований кондитерских изделий. Производственные мощности «Конфила» расположены в трех основных цехах. Один из цехов – конфетный. В нем производят конфеты с разными начинками и шоколад. В настоящее время конфетный цех выпускает более 100 наименований кондитерских изделий. Это конфеты в разных видах упаковки,
в завертке, перекрут, саше, носок, зажим, расфасованные в красочные художественные коробочки и полиэтиленовые пакеты одним наименованием или набором конфет, шоколад в плитках, шоколад с различными начинками. В цехе установлены современные, высокопроизводительные, поточно-механизированные линии по производству конфет с различными видами начинок, шоколада, шоколада с начинкой и конфет-ассорти. Линия по производству глазированных конфет с помадным корпусом, снежной молочной, фруктовой, фруктово-молочной, молочно-шоколадной и желейной начинкой с приятными и ярко выраженными ароматами. Это дивная ласточка, конфилочка со сгущенкой, снежный цветок, гордый буревестник, морские прогулки и другие. Линия по производству конфет с пралиновым корпусом и введением в массу крупных добавок – дробленого ореха, взорванного риса, вафельной крошки. Это конфеты «Солнечная белочка», «Ясный месяц», «Маэстро Виртуоз», «Варенька» и многие другие. Линия немецкой фирмы «Золих» по производству пралиновых конфет разнообразных форм с различными видами корпусных добавок – целым орехом фундук, дробленными орехами кешью, арахис, миндаль и другие. Это конфеты серии «Сальвия», «Иветта», «Леония», «Кокос Ленд», «Райский цветок», «Филадель день», «Филадель ночь» и прочие. Линия немецкой фирмы «Петцхольд Хайданауэр» по производству шоколада, горького, молочного, серии «Аксинья» и «Дон Батюшка». Шоколада с различными видами начинок серии «Конфиленок». Конфет ассорти с разными начинками, конфет типа ассорти с крупными добавками в начинку. «Кронпринцесса», «Кронпринцесса» с какао-крупкой и другие. В подготовительном отделении цеха установлены современные автоматизированные линии немецкой фирмы Petzold Heidenauer и итальянской фирмы Bravind. На них вырабатываются полуфабрикаты, необходимые для производства продукции конфетного цеха и других основных цехов предприятия. Это разные виды глазури – кондитерская, молочно-кондитерская, жировая. Это жареные орехи – кешью, арахис, миндаль, фундук. И различные виды пралиновых масс для конфет. Известно и научно доказано, что настоящий шоколад очень полезен для здоровья. Продукты переработки какао-бобов, какао-масло, какао-тертое, какао-порошок, входящие в состав шоколада, оказывают благотворное действие на иммунную и нервную систему, дают заряд энергии и бодрости. Применение высококачественного сырья и традиционной российской технологии позволяют народному предприятию «Конфил» из года в год уверенно удерживать позиции на рынке. Пастило-мармеладное производство – одно из самых сложных и интересных производств в кондитерской промышленности. Оно требует не только знания, технологии, свойств основного сырья, которые определяют важные органолептические показатели продукции – вкус, цвет, аромат, но и большого мастерства и профессионализма работников для получения желаемой консистенции и структуры зефира, мармелада, конфет со сбивным корпусом. Мармеладная продукция представлена хорошо известными с детства разными видами мармелада. Лимониада в форме лимонных долек со вкусом лимона и апельсина. Мармелада трехслойного, состоящего из двух желейных слоев и одного сбивного. Мармелада глазированного, банановый рай и желейные батончики. На линии CF1 мармеладная масса формируется путем отливки в сахар, что позволяет производить мармелад самых разнообразных форм, цветов, ароматов. Это кристаллик, музыкальная мозаика, смородинка и чудо-закат. В мармеладном цехе производят и любимейший всеми зефир. Зефир производится на двух линиях. На одной вырабатывается зефир по традиционно классической технологии с добавлением большого количества натурального яблочного пюре. Это зефир ванильный, абрикосовый и банан. На второй линии приобретено, установлено и успешно работает оборудование фирмы «Hansa Mixer» для непрерывного производства аэрированных зефирных масс с помощью азота и сжатого воздуха с целью улучшения качества и структуры зефира. Специалистами предприятия разработана техническая документация. Изготовлена и введена в эксплуатацию новая зефироотсадочная машина, вырабатывающая зефир с начинкой. Зефир, выработанный на этой линии, имеет четкий рельеф, пышную воздушную форму и тающий, нежный вкус. Зефир конфиленок, зефир с желейными начинками разного вкуса, зефир с шоколадной начинкой и начинкой вареная сгущенка постепенно находят признание и любовь потребителей, удовлетворяя вкус любого гурмана.
На этих линиях вырабатываются полуфабрикаты для зефира глазированного, которому свойственны привлекательный внешний вид и нежная консистенция. Нежные, тающие во рту конфеты «Лазуревая птичка» с лимонным, шоколадным и сливочным вкусом также хорошо известны потребителям. Они выпускаются как расфасованными в красочные художественные коробочки, так и в футляры по 1 килограмму. Следуя пожеланиям наших потребителей, мы производим конфеты «Лазуревая птичка» только с белым корпусом, которая также расфасована в красочные художественные коробочки и в футляры по 1 килограмму. Наряду с многочисленным ассортиментом пастило-мармеладной продукции в цехе вырабатываются конфеты «Гримбумьяж» с классическим твердым грильяжным корпусом. Хорошо известна потребителям и продукция, вырабатываемая на линии «Мини-канбар». Это глазированные конфеты с молочными корпусами серии «Отражение». Отражение «Люкс», отражение «Кокосик», отражение «Миндаль», отражение «Фундук», отражение «Арахис», сырьем для производства которых являются сгущенное молоко, сахар, патока, сливочное масло, кокосовая стружка, орехи, фундук, миндаль, арахис. Такое необычное сочетание вкусов и ароматов не оставит равнодушным даже самого притязательного потребителя. В мармеладном цехе вырабатываются также разнообразные сувенирные наборы, в состав которых входит широкий ассортимент конфет и мармелада. Карамельное производство основано более 125 лет назад с изготовления вручную леденцов и монпансье. Много воды утекло с тех пор, и в настоящее время это современное производство, на долю которого приходится более половины, 58% всей продукции, выпускаемой на предприятии. На сегодняшний день рынок насыщен производителями кондитерских изделий, и современный потребитель хочет и ждет свежих неожиданных идей и решений. Поэтому на предприятии «Конфил» наряду с классической карамелью «Волгоградская птаха» «Сгущенка», «Конфилму», «Васятка» специалисты не перестают создавать новинки, удивляя и радуя потребителей разнообразными, незабываемыми вкусами и ароматами. Это карамель с желейной начинкой, музыкальная мозаика со вкусом клубники, лайма, лимона и апельсина, горицвет со вкусом дыни и арбуза. Помимо карамели, цех уже более 10 лет выпускает 40 наименований вафельных конфет, вафель и вафельных тортов. Это традиционные и любимые всеми конфеты волгоградские – ананасный каприз, лебяжья поляна, мишка на льдинке, Арсения и прочие. А также серия тортов «Жаркое лето», «Веринея» и различные сорта вафель. На предприятии уделяется огромное внимание разработке и освоению новых видов продукции. Учитывая высокую конкуренцию кондитерской продукции на рынке и ориентир нашего покупателя и потребителя на новинки, технологи производственного отдела совместно с коллективом основных цехов постоянно работают над обновлением и расширением ассортимента. В прошлом году было разработано 9 новых видов кондитерских изделий. Это кокосленд, леония, райский цветок кофе, возвращение балета, парящая чайка, кронпринцесса с дробленым арахисом и кронпринцесса с какао-крупкой. Сентябринки, горицвет со вкусом арбуза и дыни. Народное предприятие «Конфил» имеет собственную фирменную торговлю, которая укомплектована специалистами, имеющими соответствующую профессиональную подготовку. Они могут проконсультировать потребителя по всему ассортименту и рассказать о новинках производства. Волгоградские сладости «Лазуревая птичка», наборы конфет и шоколада «Аксинья» и «Дон Батюшка», наборы конфет с городской тематикой, наборы зефира «Зефирные боровички» и сувенирные шоколадные корзины ручной работы. И это далеко не полный перечень того, что покупают волгоградцы и гости города в качестве сладких подарков и сувениров. С продукцией «Конфил» я знакома более 30 лет. У них постоянно обновляется ассортимент, хорошее качество. Этой продукции доверяю я и вся моя семья. В этот магазин мы приходим с особым чувством. Здесь большой ассортимент, есть выбор и очень приветливые продавцы. Очень приятно с ними общаться. Они всегда посоветуют, что можно купить. Объяснят, кому какой вкус нравится. Нашей семье очень нравится продукция от фабрики «Конфил». Особенно нравится зефир, всевозможные новинки, которые всегда имеются в этом магазине.
И еще нравится коллектив фабрики «Конфил», который обслуживает прекрасно, и здесь постоянно доброжелательная обстановка. Здесь очень вкусно и сладко. Я очень люблю конфеты из фабрики «Конфил», потому что они очень сладкие и вкусные.